мобильных телевизоров, регистраторов и антирадаров, запись музыки и фильмов, автозапчасти для грузовых иномарок по наличии и на заказ. Находимся правая сторона Новоград, гостиничный комплекс «Елена», автостоянка, павильон GPS и грузовик. У меня разрешение есть управление. Нормально принимаю возле кольца. Я проверку, ну, спасибо. Хорошо, вот я здесь стою. Где удобно? Давай я на левый бак заправляю. Тебе какой? На правый, давай вот сюда подъеду все. Хорошо. Режим записи.
из GPS-программ, продажи навигаторов, автомобильных телевизоров, регистраторов и антирадаров, запись музыки и фильмов, автозапчасти для грузовых иномарок в наличии и на заказ. Находимся правая сторона Новоград, гостиничный комплекс «Елена», автостоянка, павильон GPS и грузовик. У меня разные планеты, для веса правы. Нормально принимаю возле кольца. Я заеду. Понял, спасибо. Хорошо, вот я здесь стою. Где удобно? Давай я на левый бак заправляю. Тебе какой? Я правый, давай я сюда подъеду все. Хорошо. Я возле колонки, ты где? Сейчас еду, брат. Здесь я остановлюсь. Маршрут перестроен. Запись остановлена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
просто предупредил. Давай, удачи. Я не упрек, дружище, просто подсказал тебе. Взаимно. Укуэри куплю топливо. На роту заберешь 150? Да, заберу. Стою на Укуэри. На Саратов, да? Да, да. Значит, право. Грузовой и легковой шиномонтаж. Покупаем и продаем новые ему шины, диски. Находимся внизу у светофора. Поворот на Петровал. Справа. Азик, это ты, да, 150 даешь? Да, да. А ну все, давай подъезжай. Ну, сейчас эти заправят. На территории гостиничного комплекса «Прага» вы можете заправиться заводским дизельным топливом по цене 39,90. Подъезжаем. Хорошей дороги. Стоим на колено. Лукойл, возьму топливо. Возьму топливо. Со комплекса «Прага». Предлагаем заправиться качественным топливом по цене 39,90. Проводим акцию, подарки. Заезжаем. Заводским дизельным топливом по цене 39,90. Заезжаем. Уже за 200 литров. Йо, прицепы батма, на 6 катуна или на 6 катуна. Где заешь? Там. На Саратов. Давай заберу я здесь. Правый. Прицепы, меня правый. Ты на МАЗе, да? На МАЗе. Я стою на Вольве, бля, а как же нам разъехаться? На крайний заправку вставайте, там правый бак можно с этой, с приора, с племянника заправить. А я крутанусь тогда. Запись музыки и фильмов, настройки и обновления навигации, автотовары. Мы находимся на территории гостиницы «Прага» на автостоянке. Thank you.